Уже торит. Торит. Я приехал сюда подружиться с Владимиром Владимировичем. Я хочу сказать, что в жизни он производит еще гораздо большее впечатление, еще чем по телевизору. Я думаю, что была очень-очень искренняя и откровенная беседа. Вопросы решены. Практически вопросов после сегодняшних разговоров, нерешенных вопросов. Естественно, в Грузии позиция совершенно конкретная, что есть соглашение по выводу этих баз. Эти соглашения должны соблюдаться, но одновременно мы не должны допускать того, чтобы вопрос баз стал вопросом раздора российско-грузинских отношений. С удовольствием его к себе забил. А что касается...